Всем привет! В природных условиях сальвиния ушастая растет в водоемах со стоячей или медленно текущей водой, расположенных в тропических районах Южной и Центральной Америки. Ушастая сальвиния принадлежит к папоротникам, плавающим на поверхности воды. Стебель у растения сравнительно короткий и густо ветвящийся. Листья располагаются в мутовках по три штуки, причем два из них, плавающие на поверхности воды, имеют округлую форму и расположены друг напротив друга. На листовой пластинке каждого из данных листьев присутствуют по две выпуклости, и они покрыты маленькими волосками. Третий лист направлен к низу и очень похож на корень. Окраска листьев растения от голубовато-зеленого до светло-зеленого цвета. Размер растения в аквариумных условиях достигает 5 см. При благоприятных условиях содержания сальвиния ушастая равномерно растет в аквариуме на протяжении всего года. Подводные листья растения образуют густые заросли, в которых находят себе убежище многие виды мелких рыб и мальков. Кроме того, растение является прекрасным естественным светофильтром, когда требуется понизить интенсивность света, излучаемого осветительными аквариумными лампами. Для выращивания сальвинии ушастой пригоден аквариум тропического или умеренно теплого типа. Параметры воды, удовлетворяющие растения, должны иметь следующие характеристики. Температура 22-28 градусов, жесткость 4-15 градусов, кислотность 6-8. Необходима еженедельная подмена части аквариумной воды на свежую, а также усиленная ее фильтрация. Для сальвинии ушастой требуется яркое освещение, интенсивность которого составляет не менее полуватта на литр. Продолжительность светового дня должна быть не менее 10 часов в сутки. Следует иметь в виду, что при недостатке света и температуре воды ниже рекомендуемой растение сравнительно быстро погибает. Размножается ушастая сальвиния боковыми побегами, которые в большом количестве образуются на материнском кусте. В весенне-летний период растение очень быстро размножается. В природных условиях из мельчайших обломков стебля растения образуются новые растения, которые разносятся течением на большие расстояния. Также следует иметь в виду тот факт, что сальвиния ушастая никогда не достигает таких габаритов, как в естественных условиях обитания. Так, в летнее время растения можно выращивать под открытым небом. Прямые солнечные лучи и теплая вода способствуют тому, что растение растет с астрономической скоростью. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал.